Согласовывайте. Не стоит так спонтанно принимать это решение. Мы повторяем вас. Вы уведомили? Я думаю так. Журнал аварии вы отказались показывать. Я даже не говорю не то, что на камеру. Вы отказались его показать вообще. Я знаю о том, что этот журнал аварии пуст. Я знаю, что о произошедшей аварии не было уведомлены никакие структуры. Вот сейчас, Степан, вы говорите о том, что я сейчас могу нанести ущерб. Да. А вы тоже нанесли ущерб? Да вопрос в том, что там уродливо так такового не было. Как это не было? Большого. Ну хорошо, вам фотографии показывают? Вы документы сказали, что 50 раз. Ну, во-первых, нет, что вы вот видите вам. Нет, про руководство. Согласовываю, проводите. У вас ничего не было. Я вас ничего не заставляю. Вас не надо. Не снимайте, пожалуйста. Ну смотришь ты, не? Тоже показать. Да, вот самое, чтобы там тумблера никто не включил. Больше их никак включить нельзя. Откуда до куда? Блин, как бы не узнать. А кто это может знать? Сейчас он придет, и я его спрошу. О, кстати, чего он нужен? Я знаю, что вы здесь сделали, и отсюда отправили в Турцию. Вы можете прислушаться и услышать. Пойдите. Именно прямо сейчас. Вот. Это все шланги снимай. Вот они, видишь, сюда набирают. Ту перекачивают, набирают. И напрямую трубопровод работает.
А с этих потом что делать? Они как-то перекачивают. Работает? Они, видно, раз в неделю наезжают. Может, реже. Ну, но факт, что, значит, нефть идет туда и получается на УПН попадает. Да. Это там, где мы были, поэтому нефтепровод, опять же, включен. Там брать флягу, да? Да. А где кранчик есть? А вот который можно открыть и брать. Вот. Вот же? Туда смотрим. Сюда. Вот сюда, вот на емкость пошла. Вот можно вот этот шланг освободить. Агрегат подогнал. ЦР-ку. Замазученности нету. Они где следят, они следят. Где чуть-чуть потекло, песочком присыпали, не видно. Все нормально. Она в таком состоянии должна быть покрашена. А вот эта скважина у них в фонде нет. Видишь? Она, да. Мне почему-то кажется. Она фактически не передана заказчику. Она на балансе у нас находится. Они вот благополучно, по-русски говоря, воруют нефть. То есть сейчас, и принципе... нарушая все технологические, все нормы, потому что скрутили из обыкновенной трубы, значит, трубопровод. Да. Там должны работать специалисты, сварщики квалифицированные должны быть. А тут просто-напросто тупо, значит, набрали там из ПТУ этих, значит, операторов. Вот они вручную собирали. Сколько тут? 7-8 километров, да? Все около 7 километров. 7 километров вот это трубы прокинули. Труба, кстати, она отбракованная, то есть в производстве она не применяется уже, там по резьбе не проходит она, вот. То есть она, эта труба предназначена работать именно внутри скважины, это НКТ называется, насосно-компрессная труба. Вот они из этих труб собрали, значит, линию и благополучно качаете туда на УПН. Вот смотрите, верхнее давление вот показывает где-то 16 атмосфер. Ну то есть просто как кран воды его не откроешь, да, он начнет хлестать. Нет, конечно. Жалко. Они и так тут замазучили, зачем добавлять. Ну расскажите вообще вот о ситуации, которая сложилась вот год назад, вот что произошло немножечко так. В марте прошлого года, да, началась эта история? Ну, я вам говорю, это лепили они сами. В принципе, да, когда прекратилось финансирование со стороны, значит, шведских инвесторов, началась, значит, вот эта напряженная ситуация. 3 месяца мы смогли выплачивать зарплату только из-за, там, договор факторинга заключили с Промсвязьбанком. Из этих денег мы еще как держались, 3 месяца мы людям платили зарплату.